Life is nothing more than a conundrum. Yeah, yeah. This that one shot, don't you waste it. Gunshot, start the races. Run until the reaper take you. Run until the reaper take you. Seize the moment, don't forsake it. Eyes open, guess who made it. You just enter to the mystery. Brace yourself, cause it get brick. Take your first step, take your first breath. Different name. Большинство самперов считают, что с РП стрельбы невозможно красиво стрелять, что для успешного капта нужно всем уметь делать плюс С и слайд. Но так ли это на самом деле? В наше время тяжело прожить без багов в сампе. Но что, если ты только новичок и ничего не умеешь делать? Возможно ли идти на капты и раздавать минуса, при этом не нажимая клавишу С? Такие легенды самп РП, как Дэйв, Алекс Камп, Банетти и многие другие доказали, что РП-стрельба очень даже уместна на каптах. В особенности это показывал малоизвестный, но легендарный игрок проекта самп РП Алекс Камп. Сейчас не модно играть с РП-стрельбы, ибо пробива на самп РП сейчас не такая, какая была раньше. Мы решили пострелять немного на каптах с РП-стрельбы, и вот что вышло. Плюсы в данной стрельбе. Вы отлично учите свой прицел, благодаря чему сможете потом с легкостью попадать в плюс С. Ваш противник в частых случаях будет в заблуждении, ибо к нашему времени все привыкли к быстрым перемещениям, а тут что-то вроде обычное, но непривычное. Если вы новичок, данная стрельба подойдет вам 100%. Есть еще такая вещь, как подлавливание противника под тайминги. Вы должны идеально вводить прицел и вовремя нажимать на выстрел, чтобы процент ваших попаданий был на высоте. Этому вы можете потренироваться, например, на новых ДМ-аренах на самп РП. Напоследок хочется сказать, что данный персонаж, как Алекс Кам, не только умел играть с РП-стрельбы, он также порой использовал плюс С, но в необычном стиле. На дальних дистанциях его цибак был достаточно медленным, а вблизи, наоборот, быстрым. Можете взять это на заметку. Увы, ссылки на его канал не осталось. Все фрагмовики мы нашли на старом жестком диске, архивы 16-х годов. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Tryna hand ya. Darker times, we turn your lamp on. See the light and learn the truth. Live a lie, and you gon' probably burn your pants off. Either way, you live just like.